Всем привет, друзья! С вами Светлана. И вот буквально вчера вышло опровержение на канале Кубань24. Вышел ролик, где прям четко рассказали про причины гибели птиц у нас на Черном море, про чомгу. В общем, сейчас буду отрывки вставлять и комментировать реально, что я по поводу них всех думаю. Всего погибло около 600 особей. Их обнаружили в Сочи, Геленджике, Туапсе, Новороссийске и Анапе. Птичий грипп, заражение воды нефтепродуктами можно смело вычеркнуть из списка факторов, от которых могли пострадать пернатые. Ну, давайте по порядку. Первое. 600 особей, они сказали, что всего 600 особей. Причем не только в Анапе, да, но и на побережье Анапы, Новороссийск, Геленджик. Ребят, у меня такое ощущение, что эти люди не были на субботниках. Вот за одну уборку где-то на 500-1000 метрах квадратных было найдено около 100 птиц. В Анапе, Витязево, на Диком пляже. Пусть они, пожалуйста, посмотрят этот ролик и не будут говорить чушь, что на всю акваторию всего 600 птиц. Я вам хочу сказать, что птицы появляются уже в третью неделю пошла. Третья неделя, как появляются птицы на берегу у нас. И, ну, сейчас их меньше, да, сейчас начали убирать. Может быть, как раз-таки вот этот пик прошел. Но то количество птиц, которое было недавно... Причем каждый день разные люди, в том числе Юра, я и другие блогеры, каждый день показывают этих птиц на разных пляжах. Причем ни одна, ни две, десятки птиц показывают люди мертвых. Каждый день. Ну какие 600? Ну о чем вы? На одном субботнике более 100 особей мертвых только на Диком пляже Витязева обнаружили. Ну какой, блин, 600? По поводу 100% не птичий грипп и 100% не отравление нефтепродуктами. Знаете, они прям как отсеяли самые топовые версии действительности, из-за чего происходят экологические катастрофы, вот они их отсеяли. Ну вот 100% не нефтепродукты. Ну вот сухогруз Эйприл, ну никак не связан с этим. Вот-вот имейте в виду, мы вам говорим, верьте нам. Да, и вот еще один момент, то что они реально понимают, что птицы якобы умирают естественным способом. Ну, уже третью неделю, вообще с этот кусок вставлю, сами все услышите. Уверяют в департаменте ветеринарии края. При патологоанатомическом вскрытии павшей птицы, соответственно, были выявлены факты, это формирование биозаров из водорослей, полиэтилена и щепок, соответственно, каждая птица была отмечена, что она была очень истощена. Мы проводили исследования в части исключения каких-либо заболеваний. Там фона радиационного, да, вот в трупах, которые мы исследовали, не было никакого. Соответственно, отравлений какими-либо веществами тоже установлено не было. Ну, вы сами все слышали, что пластик, водоросли и какие-то древесные опилки, то есть вот эти вот щепки, виноваты в том, что умирают птицы. Вы знаете, у меня вот эта улыбка, чтобы вы понимали, она не искренняя, она вот просто на нервном. Вот серьезно, как можно считать причину гибели столько птиц, пластик в море и еще... акцентировать на том, что это не было отравление. Вот знаете, вот такое ощущение, что эта СМИ работает на противоборствующем, так сказать, лагере с обычными людьми. То есть вот в Темрюке реально люди переживают по поводу нахождения этого сухогруза, там навели свою панику, да, и здесь мы навели панику с птицами, и они, короче, хотят двух зайцев просто одним сюжетом убить. И там успокоить людей, что, мол, это не опасно, что, видите, даже птицы от этого не погибают. И нам они говорят, чтобы мы тоже не смотрели на Темрюк и не пытались там делать проблему из ничего, да, типа, ну, типа сухогруз тут не при делах. То есть и нам они говорят, что типа это не отравление, да? То есть продолжают втирать какую-то дичь по поводу того, что они умирают от мусора, пластика. Но они такие тупые, да, едят рыбу и прям вот именно ищут, чтобы мусор был. Кстати, эти птицы водоросли не едят. Эти птицы питаются исключительно рыбой, моллюсками. Другие птицы питаются водорослями, не чомги. Вот у меня такое ощущение, что они про других птиц говорили. Это тоже очень важный момент.
Моллюски, креветки и мелкая рыба – это основной рацион птиц, зимующих на побережье региона. Лиманы на Азовском море – это своеобразный шведский стол для тех, кто не улетел в теплые края. Из-за сильных морозов они покрылись льдом. А значит, кормежки для пернатых нет, поэтому некоторым видам птиц пришлось кочевать на Черноморское побережье. Да, именно поэтому черноморские чонки, которые у нас живут круглый год, так же, как и лебеди, да, что-то решили вдруг в этом году полететь на Азовское море, да, там же шведский стол, а потом такие, блин, замерзло море, возвращаемся обратно в Анапу. У меня такое ощущение, что люди, которые создают эти репортажи, они вот дальше Краснодара не отъезжали. У нас постоянно круглый год чонги в Анапе. Вне зависимости от времени года, они у нас постоянно, они не улетают надо даже в 40 километров на Азовское море. Для перелетных же птиц вот эти 40 километров, это не то расстояние, из-за которого они могли бы ослабнуть. Ну вот честно, вы посмотрите, какими стаями и какие птицы и откуда куда перелетают. И вот эта версия, что Азовское море замерзло, поэтому они перелетели на Черное море и ослабли. Представляете, вот перелет, какой-то маленький перелет, якобы которых вынудил полететь в Черное море, на Черное море, вот ослабил их организм. Подождите, вы же только что говорили, что они пластика там наелись, водоросли, которыми они питаются. И тут уже новая гипотеза. Замерзли реки, да, и моря застыли. Получается, что Азовское море замерзло, поэтому на Черное море они вынуждены были прилететь. Напоминаю, эти птицы у нас круглый год живут. Такими оказались стаи чонги. Их в крае насчитывается более 200 тысяч особей. Кто-то не смог осилить перелет, кто-то погиб от недостатка питания. Чем больше концентрация птицы, тем больше, естественно, и гибель птицы, которая происходит от естественных причин. Гибель фиксируется ежегодно. Вопрос в ее масштабах. Как мы считаем, данное количество не является экстремально большим. Гибель десятка или даже сотен особей чонги, но она не может считаться экстраординарной. Да, гибель десятков или сотен не может считаться экстраординарной. Да, если это единожды и, в принципе, да, происходит там в течение 5 последних лет. Но я думаю, что вам не составит труда, да, залезть на канал тоже Юры Азаровского. Почему я говорю про него? Потому что он 5 лет снимает подряд Черное море. Прям вот каждый день. Вот серьезно, каждый день снимает Черное море. И такого падежа птиц, да, вот смертности птиц не было вообще за 5 лет, в принципе. А про десятки... Там и речи нет. Каждый день, когда мы ходим на море, да, вот все мы, да, жители Анапы в том числе, и не только Анапы, и Геленджика, и Новороссийска, и видят больше десятков птиц, это не десятки, даже не сотни. И то есть здесь вот это мы не считаем это экстраординарным. Действительно, да, вот 5 лет никто, ну 4 года, да, назад не было столько птиц мертвых, да, здесь вот всего лишь десятки, да, которые на самом деле исчисляются почти тысячами. И это не считается чем-то таким из ряда вон выходящим. Ну, вы сами все это слышали, это просто абсурд. Гибель чонги была замечена не только на территории нашего региона. Мертвых птиц обнаружили на берегах Пицунды, это в Абхазии. Там местные орнитологи предполагают, что шторм стал роковым для ослабленных птиц. А у нас, походу, новая версия, которая вообще неадекватная. Шторм виноват в гибели птиц, представляете? То есть водоплавающие, летающие птицы вот специально прям прыгали на волнах и вот специально прям ждали, чтобы их волнами уничтожали. Представляете, вот шторм виноват. Это птицы, они, если они живут, да, вот в акватории Черного моря, там, не знаю, любых других водоемов, они приспособлены для того, чтобы жить в этой водной среде. И забавно, да, они летающие птицы, то есть если шторм, они отлетают на безопасное расстояние и спокойно пережидают волнение и потом охотятся за рыбой. То есть получается, что одна версия абсурднее другой. Вы сами все это слышите, у меня просто к каждой фразе есть куча вопросов. Вот так вот просто отмазаться, создать этот репортаж для того, чтобы у нормальных людей, у понимающих, здравомыслящих людей, которые понимают, что это за птица, да, как они живут, и развитие их и вообще приспособленность к жизни, да, вот в этой морской среде. И после этого такие вот репортажи выкладывать. Мне почему-то кажется, что нет смысла даже больше смотреть эти репортажи, потому что они
они не подкреплены логичным объяснением. Они просто высасывают из пальца причину. Естественный способ, который не может быть таковым, да, такое количество особей от естественного способа, ну, смертности, оно не достигается таких масштабов и размеров. То потом водоросли пластик, водорослями птица не питается, еще раз подтвержу этот момент. А по поводу птичьего гриппа, тут, конечно, я не буду спорить, потому что я не орнитолог, да, но, по крайней мере, то, что они могли погибнуть из-за перелета краткосрочного, почему они не перелетают, да, с Азовского на Черное, они тут у нас постоянно находятся. Может быть, в этом году их стало у нас действительно больше, да, за счет того, что похолодание, морозы, но у нас кормовой базы хватает. В Черном море, в принципе, вопрос только в том, что эта кормовая база может быть чем-то отравлена. Вот про эти причины почему-то никто не говорит. Про то, что рыбы могут быть отравлены, моллюск может быть тоже отравлен. То есть получается, что мы поверхностно смотрим про гибель этих птиц, но не понимаем, что причины могут быть связаны с цепочек. То есть получается, если они умерли естественным способом, да, и если в их организме находят рыбы, моллюски, водоросли, то надо копать дальше, что же они такого съели, да, что, несмотря на то, что это естественная их еда, они погибают. И не надо врать, закрывать глаза про количество птиц. Их не десятки, не сотни. Их реально может быть больше даже тысяч, потому что это в Анапе у нас реально очень много птиц. Но не только в Анапе, вы сами слышали, и в Новороссийске, и в Геленджике, и в Туапсинском районе, и даже в Пицунде, в Абхазии находят мертвых птиц. Это не связано с естественным падежом птицы. То есть получается что-то с акваторией Черного моря. Раз такое дело у нас происходит, раз их выбрасывает штормами, значит, они погибают еще в процессе, да, получается, питания. То есть, когда ловят эту рыбу, обессиливаются якобы, да, вот по их словам, да, и уже их штормом выбрасывает мертвыми на берег. То есть, получается, по-хорошему надо разбираться более глубоко в этой проблеме и понимать, действительно ли может быть отравлена акватория Черного моря и ее морские обитатели. То есть вот пока у нас вот такие вот закрывания чисел, да, количество масштабов, такие странные причины, что типа не перенесли перелет, недостаток кормовой базы, пока у нас такие причины, мне кажется, мы не сдвинемся никуда и будем и дальше наблюдать смерть птиц, не разбиравшись действительно в естественной причине, настоящей причине, почему они умирают. По-хорошему надо исследовать рыбу, по-хорошему надо исследовать состав воды. Ну, я думаю, что если они начнут исследовать, у нас опять появится версия о том, что с водой все в порядке, птицы просто умирают. На этом все. Вот такой вот репортаж. Он меня сегодня прям разозлил, потому что я прекрасно видела своими глазами количество птиц. Я даже больше десятка на 100 метрах нашла на диком пляже Витязева. Больше десятка на одном маленьком клочке. А про субботник я вообще молчу. Там пакетами этих мертвых птиц вывозили мешками мусорными. То есть их действительно много. На этом все. Всем пока-пока.